Актовый зал полон. Ученики старших классов 6-й школы и студенты специальности «Правоохранительная деятельность». Сегодня в гостях у полицейских. Профориентационная акция «Студенческий десант» в первую очередь призвана демонстрировать открытость отдела и, безусловно, рассказывать о преимуществах службы, направлений которой в городском отделе полиции много. И как в театре все начинается с вешалки, в полиции с дежурной части. Дежурная часть в отделе полиции является, так скажем, первым лицом при обращении граждан. Первый разговаривает с гражданином, это дежурный. Выясняет все обстоятельства происшествия. И уже от действия дежурного зависит, кого он направит. Либо участкового уполномоченного, либо следственно-оперативную группу. Далее следит за раскрытием данного преступления, если это преступление, либо правонарушение. От его действия зависит успех раскрываемости в 50% данного происшествия либо преступления. Хранение табельного оружия, инструктажи, прием обращений. Строгий и регламентированный распорядок службы за большим стеклом при входе в отдел неизвестен простому обывателю. Как и далек от правды киношный образ сотрудников уголовного розыска и экспертов-криминалистов. Романтизированная в фильмах и сериалах история службы не всегда соответствует действительности. Эксперт-криминалист продемонстрировал ребятам знаменитый аксессуар – чемодан с полным набором инструментов и веществ, которые пригодятся на месте преступления. Весит он, к слову, от 13 до 15 килограммов. Надо сказать, что первое происшествие, первый выезд с данным чемоданом, он, ну, так скажем, достаточно ощущается на физиологических, потом последствия, ну, то есть дает свои физиологические последствия. Но выезд второй, третий, уже, то есть, уже привыкаешь к той тяжести, к тому грузу ответственности. Сам Дмитрий Муратов на службе уже 5 лет. Проработав некоторое время следователем, перешел в экспертно-криминалистическое отделение. Говорит, профессия – это сродни творчеству без права на ошибку. Студент колледжа Илья Соколов выбор в профессиональной деятельности сделал давно, поэтому за всеми практическими манипуляциями на встрече наблюдал с интересом. Рассказали о том, что может быть в будущем на работе, что можно будет сюда пойти после обучения. И для, не только для меня, для таких же студентов, ребят, как и я, это будет мероприятие очень полезное и познавательное. Гостям рассказали о работе госавтоинспекции, о структуре и важной миссии дорожно-патрульной службы. Напомнили, что в маленьком городке, где все друг друга знают, крайне важно соблюдать правила нахождения в общественных местах и на дороге, и избегать конфликтных ситуаций. Ознакомились с автомобилем, оборудованным спецсигналами, и даже заглянули в багажник. А самые смелые смогли посидеть в салоне такого авто. Для общего развития, да, мне очень понравилось это мероприятие. Мне было очень интересно послушать и, считай, узнать изнутри работу участников правоохранительных органов. Наверное, это, я считаю, спокойствие. Ну, доброта тоже нужна. Честность и храбрость тоже, я думаю, пригодится в этом деле. Напоследок посетили еще одно отделение, без представителей которого полицейским не обойтись. Некоторые преступления раскрываются именно нашими младшими товарищами, коллегами, можно сказать так. Поэтому данная криминологическая служба, она очень востребована. И видите, в каких условиях у нас собачки наши служебные. То есть у каждого свое, как правильно сказать? Свой вольер. Свой вольер, да. И также они у нас стоят на балансе, им выделяются продукты питания, за ними ухаживают, смотрят. Стажер-кинолог познакомила ребят с 6-летней овчаркой Челси. Ее специализация – поиск наркотических и психотропных веществ. Преданный четвероногий сослуживец достойно продемонстрировала выдержку и даже подарила ребятам совместное фото на память о дне открытых дверей в городском отделе полиции. Инна Болдина, Данил Яковлев, телекомпания «Пытьях Информ».